Почти 6500 выпускников провалили ЕНТ. Таковы результаты двух прошедших дней единого национального тестирования. Вчера пороговый уровень не прошли 2895 абитуриентов. На второй день тестирования единственный, кто набрал максимальные 125 баллов, стала выпускница из школы-лицея Астаны. Результаты 7 выпускников аннулированы, в том числе за использование запрещенных предметов. За вчерашний день у абитуриентов изъяли более 4000 сотовых телефонов, почти столько же шпаргалок, десятки раций и интернет-модемы.